Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру по названию A Hate in Time. Окей, в прошлой серии мы прошли разлом. Теперь мы вступили, так сказать, на путь актерства. И главарь мафии вернулся в виде заклятого врага мистера Банки. Так, превосходное финальчик. Превосходное фото. Так, битва крылатых, миссия бла-бла-бла, нет доступа. Убийство на экспрессе, глава битвы крылатых в ролях проводник и в роли проводника. Как эта девочка в роли непутевого детектива. Вороны в роли агентов Карр. Совы в роли сов. Превосходное фото, главная битва крылатых в ролях Джи Груз и в роли стильного наставника маленькая девочка в роли таинственной дивы. Лунные пингвины в роли жаждущих публики. Окей, давайте тогда мы с вами сделаем убийство на экспрессе. Возвращай мне мелочку. Я еще не написал сценарий для следующего фильма, так что мы не снимаем. Я позову тебя, когда сценарий будет готов. О, здравствуйте, коллега Совенок. Кажется, мы раньше не встречались. Как ты могла заметить, я тоже экспресса вам. Я постоянно ухаю. Как с вас, Сови, мы же можем делиться всякими секретами, так ли? Какая девичья фамилия и сестры твоей дяди? Я не знаю. Но... Надо... А, ее фамилия. Ясно, ясно. Подобную девичью фамилию сестры дяди и ожидал услышать от экспресс-совы. Привет, коллега экспрессовый. Как ты относишься к безопасности? Я очень серьезно к ней отношусь. Не стоит раздавать информацию всяким незнакомцам. Это грозит твоей безопасности. Я помогу тебе безопасность твою повседневную жизнь. Какая твоя любимая комбинация цифр и букв? Ну, понятное дело. Ясно, ясно. Тоже моя любимая комбинация цифр и букв. Ты заметил, что на этом поезде внезапно стало очень много воронов? Они все сели на последней остановке. Кстати, а на какой остановке ты села? Что значит, ты упала с неба? А ты знала, что домашний питомец укрепляет уверенность в себе и снимает напряжение? Знала ли ты, что у питомцев тоже могут быть питомцы? Так оно и есть. К сожалению, нам с Сову и с Экспресса не разрешено заводить питомцев. В общем, мы жертвуем во имя уханья. Ну, скажем, если бы у тебя был питомец, как ты бы его назвал своего питомца? Фиг его знает. Кай? Очень любопытное имя для питомца. Даже для питомца. Окей. Ты заметил все этих воронов повсюду? Они постоянно спрашивают личную информацию, и я даже не знаю, что ответить.
Привет, коллега Экспресс-совенок. Я тут никак не могу решить одну сложную математическую задачу. Видишь ту мудрую формулу на доске? Никак не могу расшифровать ее. Можно расшифровать мне эту научную формулу? Что там написано? Так, ну тут написано луз. Лос. ДЦБ. Там, наверное, DC. Если это 4... По идее, это... Теперь я понял. Решение это... Это же было очевидно. Благодарю тебя, коллега Савенок из Экспресса. И благодарю тебя за принятие условий соглашений на обратной стороне доски. В смысле? Еба. Я не понимаю, каким образом эта научная формула, это просто набор букв и цифр, которые можно увидеть в интернете. Очень трудно устроиться на этом поезде, потому что повсюду толпа ворона. Они задают вопросы про все, что, чем я занимаюсь. Дружок Экспресс-совенок, ты когда-нибудь задумывал, как... Каково это быть супергероем? Самая главная черта супергероя — его имя. Каждому супергерою нужно имя, замысли имя, чтобы быть ты супергероем. Как бы ты тебя назвал при условии, что имя соответствует стандартным требованиям интернета? Идентификация интернета. Отличное имя, я так вижу. Могущий защитник справедливости. Я лишь запишу твой ответ по-быстрому. Очень странно. Кто-нибудь заметил, что у нас всех одинаковые пальто? В тот момент, когда он чихнул. Его слова все равно не имели значения. Кто-нибудь заметил, что у нас? Ясно. У всех нас экспрессов есть часть тела, которое мы стыдимся, поэтому некоторые совы решают вычупывать свои перья. А какая часть тела ты больше всего стыдишься, коллега Экспресс-совенок? Моя дик. Ох, бедный коллега совенок. Не повод стыдиться. Но все же лучше покажи доктору. Я вычитал в интернете, что это может быть признаком птичьего гриппа. Охуенно. Сбора на шапку. А что я подобрал хотя бы? Notice that we always
короче, что мне делать? I don't understand what you tell me. Ну я ему что-то нашел. С возвращением, милочка. Я еще не написал сценарий для следующего фильма, так что... Но ведь я нашел. Ладно. Way too much sauce on the breed. Oh, Oryx, but you'd better get. It didn't even matter what he said anyway. Ah, stop! Монахи слепой. Я вообще эту комнату не заметил. Wait! Стой! Не входи сюда! Я где-то потерял контактные линзы, пожалуйста, не наступи на них. Я не могу отойти, иначе сам на них наступлю. Умно. Костюм детектива. Пора распутать пару преступных делишек. Только посмотрите на это, крошечная детектива. Это девочка шляпы. Надеюсь, что тебе понравился мой подарок. Отправляйся в конец поезда. Твоя дядина сестра Надя пришла навестить тебя. Тебе лучше проявлять любовь к своей семье. Или я буду готовить трупом в следующий раз. Убийство? На моем Совином экспрессе? Не могу поверить, что кто-то убил одну из сов экспресса. Я не могу поверить, что это была твоя дядина сестра. Что ты можешь сказать в своем оправдании? Играешь в молчалку? Именно так убийцы и поступали. Доверьтесь, это дело нам. We're Caw, the Crow Agent Watch. K.R. We've been monitoring крылатое агентство расследований. Мы следим за всеми на поезде. Последней станции. Мы будем искать улики по всему поезду. Никому не позволяется покидать этот вагон. Что? Я не могу уходить в своем собственном поезде? Да как вы смеете? Когда часы пробьют полночь, мы сойдемся на станции с убийцей в наручниках. Оставайтесь здесь, пока мы проводим расследование. Остался один совиный час. Эти клюкоголовые агент Кар не имеют права говорить, что мне делать. Держу пари, что они совершили убийство и теперь уничтожили все улики. Надеюсь, никто не выйдет в VIP-зону и не наступит на мои контактные линзы. Проводник теперь доступен в качестве подозреваемого. Yeah.
Не знаю, для чего ключ, но я возьму его. На всякий случай. Почти. Так, ладно, немножко попозже сюда. Так, мне сюда, я понял. Что я собираю, хотя бы? Мне хоть кто-то объяснит. Думаешь, что ты можешь так просто кросса по поезду? Просто играть в детектива. Ты никогда не поймаешь настоящего убийцу, ха-ха-ха. Ты не можешь доказать пальцем на кого-либо без наличия улик. Сейчас ты тикает, сможешь ли ты найти достаточно улик, чтобы показать пальцем на убийцу. Но... На одного мы уже нашли. По факту, если нам сюда, а нам сюда, значит, я иду в противоположную сторону. Сейчас мы быстренько с вами. Я хочу сразу в вип-зону зайти. Так, на воронов нашли улики. Так, что-то подобрал, не увидел что. Какой-то подарок. Пофиг. Ключ у меня, это главное. Так, главное, здесь улик нету. Окей. Не знаю, чего ключ. Пускай будет. Ну, вообще-то я был не в радиусе, но зато я забрал то, что там было. Та-та-та-та-та, зато у меня есть ключ.
Ча-ча. Так, наверх, наверх. Так, клубок собрал. Так, окей. How you seen the X? Окей, okay. Ну нужно было проверить. No problem. Осталось 30 совиных минут. Так, ладно, пока что. Две двери закрыты, давайте сюда. Они сказали, что у нее дик хуже, чем у меня. У нее смеда только. Да. Шутки про член. А, в смысле? Так, ладно, ключ получим. А, у меня улики только не на всех. Ну, понятно, что я наверх, но сначала мне нужно еще одну комнату зачистить. Ты так просто не сдаешься, да? Похоже, что единственный способ мне избавиться от тебя. Сделать так, чтобы у тебя истекло время. Так что вот тебе забавный пожиратель времен. Кай попал в необычную ситуацию, он висит на тонкой веревке из последних сил, прямо над лесопилкой машины. Какое странное совпадение. Что ты примешь? Спасти от превращения в облик или выяснить, кто убийца? Пи-пи-пи. Ну, бля. Серьезно, я два раза упал.
А, так они просто падают. Я думал, типа, на время сделают. Спасибо тебе, добрый человек, что спас меня. Гав, гав, гав. Я нашел эту улику на убийцу. Надеюсь, она поможет тебе, гав, гав. Так, ну дело в том, что мы ключ так и не нашли. Ладненько. Допустим. Nothing beats a hot sauna. Did you hear some noise outside? Ah, heck it. I don't want to go out in the cold. Все? Главное, что у меня ключ. Сундук — дело важное. Забыл про улику. Гача. Я не понимаю, зачем она на них смотрит? Зачем мне... А, тут... Подожди, да, здесь я не долечу, к сожалению. Ну что, вот и все. Шляпа, что это такое? Видно мозги, и в шляпе много стикеров. Либо конфет. Время вышло. Так, и кто же сделал это? Мы не знаем. Мы не смогли найти обличающую улику. Мы понятия не имеем, кто убил эту саму. Что? Вы его не повели, чтобы раскрыть это дело? Кто убийца? Кто из вас сделал это? Кто же является настоящим убийцей? Служить и защищать любой ценой? У нас глаза повсюду, и мы ничего не видели. У нас глаза повсюду, и мы ничего не видели. Чего уставилась на меня? Клювоголовая. Мне пришлось это сделать, или голоса не умолкли бы. Нельзя же винить мертвую сову, то есть... Кто же будет виноват? А слушайте, у него глаз дергается. Пострадавший сделает? Погоди, это получается суицид? Похоже, ты видишь меня насквозь.
Была моя очередь чистить Совиный Экспресс. И я решил, сыграть свою смерть при общем рейзе на водножек. Но все эти проблемы того не стоили. Я тут же начну заниматься уборкой. Что ж, спасибо за раскрытие убийства, мило. Ты не только выявил убийство, но еще и выявила. Что по тебе еще даже не пострадал? И ты дала нам напряженный материал для фильма. Что? Думал, что я позволю убийству случиться на моем Совином Экспрессе? Подумай еще раз. Это была лишь постановка для моего новейшего фильма серии Совиный Экспресс. Убийство на Совином Экспрессе. Думаешь, ты же клювоголовый сможешь снять фильм, который будет настолько хорош? Не думаю. Вот, держи то, что купил, и убирайся отсюда. Я даже потратил целую бутылку кетчупа, чтобы убийство выглядело настоящим. Но все эти проблемы точно не стоили. Я тут ненавижу заниматься уборкой. И тебе лучше не сниматься в никаком фильме, где же его фильм грязный Хаггис на большую кучу свиного помёта. И еще, у нас же эксклюзивный контракт, да? Проводник в роли проводника, какая-то девочка в роли непутевого детектива, вороны в роли агентов КАР, совы в роли сов. Как будто разрешение 720R. Хорошо, давайте тогда я за жетончики крутану. Так, где он? Да, давай. Крутим дальше. Крутим дальше. Взять. Нажмите для удара в землю. Окей. Так, а что у нас с вами? Подождите. Нам нужно сейчас в библиотеку сгонять. Совпадает. Ты определил релик со стороны планеты. Ага, разлом. Насмешка над инопланетной жизни. Что же за ерунда? Космические корабли так не выглядят. Почему они деревянные? Почему он засовывает коров? Засасывает коров. Это оскорбительно. Я подам в суд. Ну что, ребятки, давайте тогда, думаю, мы с вами на этом всем закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.